Детской музыкальной школе номер 5 имени Филиппа Мироновича Лукина в этом учебном году исполнилось 50 лет. Полвека назад она открылась в одном из столичных микрорайонов, который только еще застраивался, и за эти годы стала творческим центром для юных чебоксарцев. Флейты до скрипки, от гаммы до самостоятельного произведения. 50 лет в музыкальную школу спешат ученики. Кого-то привели родители, а кого-то музыка сопровождает всю жизнь. Александра Ершова из музыкальной семьи. Папа сам преподает в этой школе. Я с первого класса обучаюсь игре на флейте, параллельно еще играю на фортепиано. Уже в этом году я буду поступать в музыкальное училище Чебоксарское имени Павлова. Музыкальная школа научила не только нотной грамоте, но и помогла обрести друзей. Все-таки мир музыки – это особый мир, и поддержка единомышленников просто необходима. Это второй дом, я каждый день сюда ходила, уроков много было. Тут была поддержка, даже если в школе тяжело, могли помочь как-то. Так. Ну, хочу, чтобы дети сюда поступали и ходили сюда с удовольствием. Музыкальная школа номер 5 специализируется на нескольких направлениях. Это и обучение игре на музыкальных инструментах, и вокальное мастерство, и даже театральное искусство. А еще каждый ученик знает о том, какой след в чувашской культуре оставил выдающийся музыкант, чье имя носит школа – Филипп Лукин. Это замечательный музыкант, который для Чувашской республики сделал огромное дело. Он собрал народ на певческом поле, памятуя о словах Петра Хузангая о том, что наша республика – это страна 100 тысяч вышивок, да, узоров и песен, конечно. Поэтому мы поющая школа. Это для нас важно, почетно, и это притягивает очень многих, потому что талант, умение петь, он всегда с собой у детей. Талантливые педагоги, целеустремленные воспитанники, полвека богатого прошлого, яркого настоящего и блестящего будущего. Все это столичная детская музыкальная школа номер 5 имени Филиппа Мироновича Лукина. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.